приветствую вас. Ага. Смущение означает эмоции. Эмоции означают, что человеку не плевать на вас, то есть вы ему не безразличны, получается, вы ему не безразличны. И, соответственно, он в вас заинтересован. Вопрос, конечно, заключается в том, что это за заинтересованность такая, на чем она основана. Вот. Куда она движется, что для нее сейчас является акцентом, ну, на что делать акцент, вот, и так далее. То есть, аноним, вы, по сути, нам предлагаете показать сейчас по поводу своего партнера, с которым вы встретились. Мы же не знаем, может быть, ваш мужчина, он вот такой человек по жизни, что он как бы стесняется, да, всех. Может быть, он стесняется только вас. То есть, тут нужно выяснять. Вполне возможно, что он просто с вами чувствует себя неуверенным в себе, робеет, и так далее. Вот. Понимаете? Тут нужна более подробная информация о мужчине, о вас и в каком ключе проходило общение. Потому что часто бывает так, что люди вот из общения, да, делают совершенно какие-то странные выводы. Вот, например, что, допустим, они могут делать выводы, что вы намекаете там на, например, интимную близость, допустим, или ведете себя как-то так, что мужчина может там посчитать, что вы, ну, что вы чересчур развязны, вульгарны и прочее. То есть вариантов на самом деле может быть очень много. А психологи не занимаются гаданием. Что интересно, это то, пожалуй, почему вы называете свой вопрос глупым. Вот. Вот что меня интересует. Почему вы называете свой вопрос глупым? А вот, на мой взгляд, это является очень важным моментом. То есть вы, возможно, склонны себя обесценивать. Возможно. Возможно, вы стесняетесь своих чувств. Например. Вот. Возможно, только возможно, что есть что-то еще. То есть вот эти моменты нужно анализировать. А с другой стороны, определитесь с тем, что для вас значит человек. К примеру, если вам мужчина нравится, допустим, то какая разница, покраснел он или нет. Да, то есть, ну вот, серьезно, да, сами подумайте, какая разница, покраснел он или нет.
Путем опыта, да. Когда нам нравится, продолжайте действовать так, как действуете, и я уверен, что вы сами все узнаете, сами увидите. Я уверен. Вот, я уверен, что вы поймете, что это значит. Вот. В крайнем случае, если вы сблизитесь с ним, ну, если вы сможете сблизиться с ним, то он вам сам расскажет о том, что, ну, что значит его стеснение, его смущение. Вот. Так что я думаю, что примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!